Любой уважающий себя человек, даже если он известен, он точно должен иметь свою позицию. А позиция не может быть аполитичной. Ну, нет такой позиции. Как бы ты себя ни позиционировал, ты все равно окажешься на этой стороне, на второй, на третьей, на пятой стороне. Это все равно соотношение с, так скажем, силами, которые борются за власть. Это совершенно понятно. Тут никаких вопросов нет. И поэтому, конечно, человек должен иметь ясную, твердую позицию. Я часто, кстати говоря, своим друзьям говорю, сотрудникам говорю, на общеинститутских конференциях об этом говорю. Я не говорю о политике. Я говорю, что вот ты доктор наук, профессор, у тебя позиция есть, тебе дают задание, допустим, а ты всякими способами уходишь от него, там, хотя принял, и пытаешься, значит, сделать дипломатические ходы, чтобы всех примирить. Да не твое это дело. Ты вот займи свою позицию и скажи, кто ты, и чему ты, так скажешь, служишь, и почему ты этому служишь.